в реальной жизни откопали гроб. Ее рот будто бы вывернуло как... Открой гроб, открой! Всем привет, ребята, с вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет очень страшно, друзья. Сегодня я закажу пластилиновую экзе-игрушку Мимимишки. А именно какую, вы узнаете через пару секунд. А пока три ваших самых топовых комментария. Погнали! Раз, два и три. Не забывайте, друзья, подписываться на мой канал, делайте красную кнопку, серый, нажимайте колокольчик и поставьте этому видео лайк. В общем, друзья, я заказала на сайте Darknet Мимимишку, лисичку, и не просто обычную лисичку, а лисичку экзе. Это означает, что эта лисичка будет страшной, и она персонаж из запретной серии Мимимишек. Очень опасный персонаж, и очень страшно будет ее забирать. Но прямо сейчас мы отправимся на место, где уже лежит посылка с лисичкой экзе. Погнали! Итак, ребята, сейчас мы отправляемся на очень странное место. Там находится тайник, в котором уже должна лежать Мимимишка, лисичка, экзе, друзья. Почему-то я очень сильно волнуюсь, потому что я ранее вообще не связывалась никак с Мимимишками из запретной серии. Я не разрезала Мимимишек, я не смотрела запретных серий, я не слушала запретные песни Мимимишек, друзья, поэтому я даже не знаю, что может произойти, если я буду делать с этой Мимимишкой экзе. Я не знаю, что может произойти, но я надеюсь, что все будет более или менее нормально. Вообще, как мне рассказывали создатели сайта Darknet, они сказали, что обычно мимимишки обожают поиграть, а лисичка-то особенно, она вообще такая задорная, но она может устроить что-то типа мистического квеста, ребята, что-то типа страшного какого-то задания, что ли, я так и не поняла. Но мы совсем скоро с вами узнаем, что это будет, потому что мы уже приближаемся к этому месту, где и спрятана эта пластилиновая экзе-игрушка. Так, Дим, держи камеру. А, мне сказали координаты, скинули координаты после того, как я платила. Они скинули посылку на новое место. Оно должно быть где-то здесь, оно отмечено крестом. Черный крест. Дим, вот какой. Где? Вот. Где? Так, отлично. Видимо, это и есть тайник, ребята. Смотрите, это место отмечено черным крестом. И здесь какой-то открывает. Воу, ребята, это реально настоящий тайник в лесу. Это жуть, как страшно и одновременно. Очень интересно. Походу, абсолютно точно. Ладно, закроем, потому что я думаю, что мы еще не одну посылку закажем. Я надеюсь, что они все будут приходить в это место. Здесь находится экзе-игрушка. И мне уже не терпится посмотреть, как она выглядит, ребята. Присядем прямо здесь. Черт, здесь так жутко, ребят, здесь вообще в лесу очень страшно. Как только я взяла эту посылку, поднялся вечер. А еще здесь валяются чьи-то вещи. Посмотрите, ребят, это просто жирно. Посмотрите, что это такое. Похоже на ноги, какие-то торчат палки. Жесть. Может быть, кто-то здесь пытался сделать гигантскую куклу вуду человека. Ребята, вы когда-нибудь делали гигантскую куклу вуду человека? Это нереально страшно. Я бы на такое не решилась. Ладно, давайте уже открывать нашу посылку, как всегда. Вы видите, как я руку поранила, болит. Ладно, я постараюсь открыть. Они, как всегда, запаковали очень хорошо, чтобы никто не мог открыть. Так, ладно, ребята, осталось совсем чуть-чуть, да. И наша посылка. Сейчас мы увидим, как выглядит Мимимишка экзе из пластилина. Черт, я уже вижу ее. Сейчас, ребята, я покажу и вам. Так, я не поняла. Ребят, посмотрите. Это обычная Мимимишка, обычная лисичка. У нее абсолютно обычная голова, абсолютно обычные глаза. Да, экзи лисичку.
Ладно, ребята, короче, давайте соберем. Соберем эту лисичку и посмотрим, что же произойдет. Потому что мне сказали, обещали, какой-то квест будет, но ничего такого. Я что-то почему-то не вижу никакого ни квеста, ничего нет. Ладно, просто обычная лисичка из мимимишек. Но она, ребята, просто гигантская. Просто гигантская лисичка. Ребята, посмотрите и скажите, насколько из 5 баллов от 1 до 5 эта лисичка похожа на ту самую мимимишку, лисичку из мультфильма. Друзья, ладно, у меня возникла сейчас одна идея. Мы сейчас вернемся в наш дом мистики, в дом призрак наш. Дом из дерева, где мы проведем обряд. Призовем экзи-душу. Посмотрим, что произойдет с этой пластилиновой экзо-игрушкой прямо сейчас. Погнали! Итак, ребята, прямо сейчас мы проведем обряд с этой пластилиновой лисичкой, мимимишкой. Лаки тоже с нами здесь. Лаки, все, хорошо, поздороваться обязательно нужно. Итак, ребята, прямо сейчас вы видите доску для вызова духов и лисичку-мимимишку. Лаки, не мешайся, рядом. Фух, ладно, я готова. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух покинут покой. Экзе-душа, вселись в лисичку. Экзе-душа, вселись в лисичку. Экзе-душа, вселись в лисичку. Так, теперь мы попытаемся связаться с ней, поговорить. Лисичка Экзе, ты здесь? Лисичка Экзе, ты здесь? Черт! Да! Отлично! Хорошо! Мы хотим с тобой поиграть. Ты хочешь с нами поиграть? Она еще, ребята, так долго, так медленно, походу, она задумалась. Ладно. Короче говоря, я оставляю лисичку здесь, и я сейчас буду прятаться, друзья. Посмотрим, что произойдет. Оставим скрытую камеру здесь, и эту пластилиновую экзо-лисичку тоже здесь. Посмотрим, что произойдет. Оставим камеру здесь. И я поставлю ее. Если она жива, то что-то должно произойти. Что это? Черт, ты видел? Она читала какой-то листок в руке. Или она? Что там? Эй, лисичка? Эй, ты живая? Ребята, какое-то послание появилось. Черт. Смотрите, что написано. Гроб ищи, меня спаси, лисичка. Гроб ищи, меня спаси, лисичка. Обалдеть. Ребята, посмотрите. Лисичка написала, пока нас не было, послание. Ладно, ребята, я так понимаю, что нам нужно отправляться и искать какой-то гроб. Но вот где его искать? Ладно, давайте вернемся к месту, где мы нашли посылку. Осмотримся там. Возможно, что-то рядом есть. Я прямо не знаю. Я стала переживать, почему я должна искать гроб. Может быть, в том гробу настоящая лисичка. Блин, ребята, это просто нереально. Жесть. Скорее, в лес. Так, ребят, прямо сейчас мы направляемся к тому месту, где мы нашли... Блин, ты слышал это, Дим? Блин, мамочки, здесь кто-то есть. Мимимишки, это вы? Мимимишки, это вы? Черт. Ладно, проверим здесь. А-а-а! Что это, Дим? Господи, это, по-моему, это крест. Господи, черт, по-моему, это крест. Жесть. Ребята, это чья-то могила, как и в записке. Гроб ищи меня, спаси, лисичка. Это какая-то могила, а в могиле должен быть гроб, ребята. Нам придется откопать эту могилу, чтобы спасти лисичку. Черт.
Господи, там что-то есть, ребята, мне очень страшно. Я что-то откапываю. Что это? Погодите, я откопала какой-то листок. Еще одна записка. Давайте посмотрим, что в ней написано. Ого! Мимимишки приготовили для тебя квест. Они спрятали то, что нельзя открывать. Умри, но найди это. Блин, мамочки, они что-то спрятали в гробу. Ребята, они серьезно что-то спрятали в гробу. И они пишут здесь, что мне нельзя это открывать. Господи, что же это за квест такой? Обалдеть, блин, что нельзя? Что-нибудь полегче? Почему все связано всегда со смертью? Ладно, ребята, давайте поищем. Так, я что-то нашла. Не может быть, ребята. Это реально, это гроб, бокс, ребята. Это гроб. Черт. Офигеть, какой интересный квест. Мы, ребята, прямо сейчас в реальной жизни откопали гроб. Теперь нам нужно его открыть, но просто так гроб открыть не получится. Ладно, мимимишка, лисичка, ты сказала, гроб ищи, меня спаси. Как тебя спасти? Как тебя спасти, пожалуйста, подскажи мне, как тебя спасти? Как тебя спасти? Как тебя спасти? Открой гроб, открой гроб, открой гроб! Черт! Она в меня вселилась. Я слишком долго была на связи с мимимишкой. Она вселилась в меня. Что-то происходит. Что-то происходит. Черт. Блин. Что я говорила, пока я была в трансе? Надо открыть гроб. Блин, открой, ребята, гроб, открой, значит... Открой гроб, открой гроб. Значит, придется открывать гроб. Это невозможно просто. Ладно. На счет раз, два, три. Открываем гроб. Ты готов, Дим? Да, я готов. Я готова. Раз, два, три. Черт, ребята. Нет, нет. О, господи, черт! Жесть, что это такое? Это изуродованная какая-то мимимишка Эксе. Вот она, где она пряталась в гробу, ребята. Это просто жесть, черт. Посмотрите, это экзе-форма лисички. Посмотрите, какие у нее зубы и клыки. Ее рот будто бы вывернуло, как будто бы изнутри. Кто-то просто вылазит из ее нутра. Черт, это просто жесть, ребята. Я нашла проклятую экзе-мимимишку и надеюсь, что вам это видео понравилось. Давайте соберем 5000 лайков и до новых встреч в новых видео. Пока!